Всем привет, дорогие уважаемые друзья и зрители. Вот, сегодня у нас долгожданный. И много я обещал, что сниму про Лев видео. Вот, наконец-то пришел тот день, тот время. И наконец-то сегодня сниму видео про Лев. Вот, зайдем. Трон Лев. Давай это красненький поставим. Это наш. Давай. Покажи себе, какой ты крутой. Давай, прыгни. Прыгни, я говорю тебе. Наш красавчик это. Вот так вот наш мой лев. 6 миллионов сила. 10 уровень. Лев у нас бывает 4. Красный лев для атаки. Белый лев. Ставай лев. Для ресурсов. Скорость сбор еда. Скорость сбора синий. Скорость сбор железа и серебра. И так далее, да? Вот. А у нас оранжевый или как сказать? Ну, оранжевый цвет, если не ошибаюсь. Это атака для монстров. Тот темный красный, это красный, да? Лев получается яростный. Это для обороны. Атака войска при обороне. Здоровье войска при обороне. Все есть, но знаете, что в чем прикол? Когда вы это лев используете, у вас упадет. Вот сейчас покажу отчет. У вас падает вот эти параметры. Атака войска, здоровье войска, защита войска. Когда с красным левом у вас оно вырастет. Поэтому это больше роль играет, чем оборона ваша. Когда используете лев красный, вы всегда выигрываете везде. Поэтому я использую и все используют только красный лев. Пока разработчики не исправили, или я не знаю, как это так, но красный лев более эффективнее и обороны, и атаки. Поэтому пользуйтесь. Зайдем. Вот, я вам объясняю, чтобы вот такие навыки у вас был, участвуйте везде, где дает осколки лев. Получайте его и увеличивайте свой, как сказать, вот щиты, все это фиолетовый, розовый, фиолетовый и золотой. В первую очередь, что мы обращаем внимание, что качает. Вот, например, вы играете, ой, у вас есть только один фиолетовый, да? И на что поставить? На лучников или на пехоту и копейщики, да? Или на оборону? Пехотная оборона, да? Какой лучше? Лучник или копейщик или щит? Мой совет, и это даже правильно, поставьте сразу на щит, блокирует урон. И его поднимаете максимальный уровень. У меня 18 стоит. Вот смотрите, 18. Я смогу до 18 поднять. Ну и думаю до 20. Скоро сделаю сброс. И сделай его 20. Вот так. Потому что он сильно роль играет. Без него ваши войска умрет быстро и много потерь. И само название уже объясняет, что он очень важен. Без него никак. Обязательно его поставьте и поднимайте до высшего уровня. Не забываем это. Еще что мы делаем. Чтобы его поднять до 18, как моего лева, да? Да, обязательно 18. До ваше, как у вас, смотря как у вас, какой у вас. Может, у вас больше, может, у вас меньше. Вот такой. Баллы нападения лева. Вот, как его получить. Лучший способ это убивать войска. Убивать монстров. И различные события попадают у нас. Оно дает награды.
А можно самый лучший способ, это первый топовый уровень, место стоит, это убийство войска. И это то же самое, только это на обороне. Когда убиваете войска, на обороне дают вам. И когда собираете ресурс, и вам дают то же самое. Вот так. А еще что сказать-то про лев? Про лев. А, вот, смотрите, что я поставил. Лев мой, что стоит на атаке. Стоит у меня урон, блокирует щит, оживление. Маршевая возможность. Урон. Уровень критерия копейщиков, скорость атаки лучника, урон арбалетчика. Вот. Арбалетчики, я думаю, вам понятно. Арбалетчики — это у нас 9 лучники и 7 лучники, если не ошибаюсь. Для войска отдельно у нас видео будет скоро. Вот арбалетчики, вот видите, у него рука арбалет стоит. Это не арбалетчиков, поэтому для этого у нас, сейчас покажу, для этого у нас работает вот это, вот скорость атака лучников, это помогает, и это еще помогает для 9 лучников, но очень сильно помогает вот это урон атака арбалетчика, вот это. А у меня фермерский лев, у меня вот такой построенный. Обращайте внимание, вот я качал их лучники сами больше у меня, потому что я атакую монстр королевства с лучниками, с помощью лучниками. Вот нагрузка обязательно, без него никак, потому что когда у вас есть нагрузка, это помогает больше ограбить ваши врага и помогает, когда отправляете плитки, помогает вам больше, меньше войска отправлять и больше там ресурсы забрать. Еще вот скорость сбора еда, это я не знаю, вот мне очень оно важен, потому что еда всегда уйдет, всегда мало, вот поэтому я его использую. Вот так, лев я уровень поднимал с помощью убийства войска. Когда убивает, вам дает, как называется это, ХП или XP лева, ну как вот так называется, да, XP лева, уровень лев поднимается с помощью атаки, убийства атака войска. Вот так я поднял. Какие-то есть вопросы, что-то я не объяснил, что-то я не сказал. Можете обращаться, можете сказать. Я расскажу вам что-то, если не сказал. Это сказал. Ага, вот так. Давайте я рейтинг покажу вам. Рейтинг силы. У нас королевства нету. Есть мировой. Рейтинг сила лева у меня 809. Это я считаю неплохо, потому что я не трачу денег. Уничтожение 208. Вот неплохо. Живем вот так. Всем спасибо, всем добра, всем удачи. Скорость встречи, третий у меня урок будет про войска. Я считаю, войска очень-очень важно. Потому что без них никак. Анвидерчик. Так я делаю. Всем удачи.